Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Ушку захвати и отмычки. Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси. Мы продолжаем играть в игру «Мафия 2». Это четвертая глава. Наша задача сейчас отправляться на встречу с Джо. Что мы сейчас сделаем? Только поначалу мы переоденемся и поедем навстречу. Так, давайте возьму, как обычно, нашу кожаную куртку. Вот, так лучше. И побежали на улицу за нашей машиной. В прошлой серии подковал краны с водой, они до сих пор открыты. В конце серии, когда приедем сохраняться, нужно будет их выключить, потому что уже немножко раздражает. Так, нам сюда. Выйдем через парадный вход. Я что, невидимка? Все это зима, когда она уже закончится, эта зима, блин, уже достала. Вон парень греется возле бочки. Так. Да, немножко побита наша машина, мы починим. В прошлой серии я ее конкретно ушатал. $180. Можем себе позволить. Вроде как небольшие деньги. Надеюсь, ехать недалеко, чтобы я опять свою машину не убил. Ну, честно, я постараюсь быть очень аккуратным, хотя бы до того, как доехать до миссии, я ее не разобью. Тут можно поддать газку. А, ехать недалеко. Видите, я пообещал, сделал. Ну, это я понимаю. Оп, приехали. Привет, курочка. Пошла вон отсюда. А, не получилось выпить кофе. Смотрите, добрый сон. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем чтоб виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. За два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Ну что себе думает, у меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай, тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушки. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? А, ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. 6 часов спустя. Поехать с Джо в торговый центр и ограбить ювелирный магазин. Легко. Ну как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Охотно верю. Ну, как по мне, он, в принципе, тоже мне не очень понравился, вот мудак. Такой мерзкий тип. Очень мерзкий. Так, поехали. Может... Ну что, дальтоник красный же! Ну и что? На мафиози.
вообще едем ювелирный магазин лупить. А ты смотришь там на цвет красный, не красный. Опа, мне тип хотел ударить, а я так отскочил по кроссовельчику. Что здесь я... Тормози нахрен, пока нас не ступанули. Да все, успокойся, я спешу. Все правильно, успокойся, Джо. Я спешу. А вот и торговый центр. На подъезде. Ага. Тачку поставим тут. Пойдем-ка, пойдем-ка. Так. Взломать это мое второе имя просто. Ну, вот, по крайней мере, у меня это получается лучше, чем стрельба, там, и вождение. Ты еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, найди все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем поставим 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! Ах-ка, выкуси! Валим отсюда. Так, ран, Вася, ран, походу. Надо валить к черту отсюда! Сдача! Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же коп? Давай, выбирайся! Так, бежу. Ох ты, ёж, ох ты. Эй, Вита, я открыл! Живее! Обалдеть, меня чуть не расстреляли в 58 стручков. Да проходи! Открой меня! Я открою дверь! Отцепи этих козлов от меня! Я почти! Держи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Это ты криворукий. Алёша, беги. Беги, Алёша, беги. Стоять, полиция! Вам не уйти! Это кто мне там такое говорит? Где ты, чучело? Покажись мне. Вот я сейчас покажу, кому уйти, кому твою не уйти. Мать. Чё там, жердяй? Чёрт, снова тупик! Ага, понял. Ну чё, там открыл или нет? Это единственный выход. Лучше б я взломал. Ну уже, Вита, двигай тазом! Да ты с ума сошел, тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Давай, мусор, только ты и я. На. Честное ПВП. Давай! Так, идите за жопу карнизу. Это было бы хорошо. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Черт, господи. Осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Звати сюда, почти сержа! Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так, мы выйдем на улицу! Надо перезарядиться по пути. Черт! Копы! Стоять! Полиция! Вам не уйти! Ух.
Конечно, ребят, это же с мышкой какая-то жесть произошла. На тебе в колено тогда, сука. Думаешь, спрятаешься? На, получи. Это, блядь, ворошиловский стрелок тоже вижу, как я. Мы сейчас паркур. Оп! Уже почти! Подержи их еще немного! А у меня-то, в принципе, ребята, последняя обойма осталась. Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Последняя обойма. Надеюсь, стрелять не придется. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил. Двинутый ирландец. Ума нету. Работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы! Быстро в тень, скорей! Давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись только по пути. Ну да, как в прошлый раз. А то мне опять в прошлый раз в тюрьму. Теперь... Точнее, на войну, теперь на зону, да? Так, а как же мне отсюда выйти? Пусть пройдет. Нет. Все, вроде прошел. У меня еще wanted, шмантед. Что ли пойти позвонить? Или... Ну, магазин Надежда недалеко, можно пешочком пробежаться. Заодно какую-нибудь одежечку прикупить. Блять, снег бросаешь. Так, что тут? Как-то через дворы может. А вот здесь можно наверх? Наверх хочу запрыгнуть, наверх нельзя. Ух ты, блядь. Ну, блядь, попытался. Вас разыскивает полиция. Переоденьтесь. Хорошо. Бери револьвер, блин. Ни хера патронов нету нигде. Вот это он валит. Убойный пестик. Что, у меня Томпсон? Да, обалдеть. Ладно, сейчас пойду позвоню, короче, пускай они меня просто отвалят. Так, взять к полиции, что делать? 500, 1000 заработал. Тони, это Витус Калет. Надо одно дело замять. Без проблем. Пошли кого-нибудь потом с баблом. Всем постам! Отбой тревоги! Вот так. У меня тут белый с серьезным оружием. Не с места. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Да ну ладно. Обалдеть, вот это бред. Блин, вот это бред. Ладно, заново давайте. Надо было их мочить кибеням собачьим. Всех просто-напросто. Где моя машина, нахуй? Кстати, зачем мне моя машина? Я их не заберу сейчас. Клоуны вонючие. Закрыто? Вот на это что-то нет, скажешь. Описание. Рост 6 футов. Давайте погоняем немножко. Понял. Блин, конечно, в прошлый раз только что автомат подмутил, что уже, в принципе, классно. Так, иди в баню. Мне ж можно сразу ехать домой, я правильно понимаю? Можно идти с полиции.
мы из полиции, точнее, на хвосте, может, на домой поехать. Далеко вообще мне ехать? Ну, недалеко. Шаню могут. Ну, разогнался сильно, ну, с кем не бывает. Они там сделали план-перехват на мосту. Мои умнички. Только у вас ничего не получится, потому что я по мосту не поеду. Вот я понимаю, полицейская машина хороша в управлении. И угла можно дать, и как бы... Где вы взялись именно на этом углу? Так все хорошо было. Еще одна. Ой, какая ж... Какая же противная у них сирена, это кошмар. Просто жуть. Ужас, ужас. Вот так, вот эта тачка, вот эта тачка. А ее можно себе в гараж поставить? А, этой машине нельзя поставить в гараж, очень жаль. Очень жаль. Ой, я бы ее в гараж поставил, потому что она по управляемости просто. Просто персик, я бы так сказал. Просто персик. Джо Барбара. Он хоть воду везде позакрывал, козел. Лечь спать. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.